Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И как видите, у нас сегодня обзор нового проекта. Сборочка находится на базе GTA 5, расположена в лаунчере Rage MP. Но сборка очень интересная и уникальная. Хотелось бы об этом и поговорить. Я уже много путешествую по проектам GTA 5 RP, но вот подобной сборки я еще не встречал. Но давайте обо всем по порядку. Встречает нас, как и, наверное, везде, меню выбора и настройки персонажа. Тут говорить, в общем-то, много не о чем. Обычненькое такое менюшка, да, есть какие-то свои фишки введены, но, в принципе, это то же самое, как и везде. Быстренько давайте настроим персонажа и пойдем уже, так сказать, в открытый мир. И вот уже с первых минут начинается та самая уникальность этого проекта. Во-первых, смотрите, где мы появляемся, да, это номер гостиницы. Перед нами стоит управляющий этой гостиницей. И у нас есть диалоговое окно, в котором я на самом деле обосрался. Там есть несколько вариантов, но сейчас вы их увидите, выбора. И я предложил, наверное, самый дурацкий из этого, что только можно было предложить. А ведь среди этих вариантов, как видите, можно было выбрать «я найду деньги», и, может быть, в этом случае этот гостиничный номер остался бы за мной. Но мы этого не узнаем, потому что я выбрал вариант «я ухожу». Ну и все, в общем-то, персонаж исчез, и после выхода из гостиницы обратной дороги мне уже не было. Да вот не знаю, мне уже не проверить, перезаходить мне не хочется, пересоздавать персонажа. Но, может быть, можно было бы здесь и остаться. Не знаю, это уже не проверить. Ну и ладно, сделано, что сделано. Мы вышли в открытый мир. И вы знаете, этот проект мне очень сильно напоминает проекты, созданные на базе Arma 3. Здесь точно такая же механика, ну, по крайней мере, похожая механика на те проекты, которые положены на Arma 3 Life. Здесь тоже можно собирать ресурсы, здесь есть склады, здесь есть предприятия. Но мы сейчас этого все, конечно, коснемся. Но прежде чем мы досконально начнем рассматривать этот проект, щупать его, так сказать, надо уточнить одну вещь. Проект только-только вышел. Проект очень сырой, он находится в предрелизном состоянии. То есть здесь еще очень много багов, глюков и есть недоделки, но он уже живой. То есть, как видите, уже ходят люди, уже пробуют что-то делать на этом проекте. Но надо не забывать, что проект только-только вышел, и он находится в предрелизном состоянии. И вот обратите внимание, даже несмотря на то, что карта еще не доделанная, но она уже отличается от большинства проектов, связанных с GTA 5. Так здесь, например, присутствуют частные склады. Эти самые склады играют огромную роль в этом проекте. Я не зря упомянул проекты, связанные с Arma 3. Здесь тоже можно собирать ресурсы и тоже можно крафтить определенные вещи. Но этот склад можно использовать не только как склад и хранилище для ресурсов, но если купить в магазине мебели определенные виды столов, какие я еще пока не знаю, об этом мы узнаем. Но я так думаю, это что-то нечто верстака. То этот склад можно переделать под мастерскую и уже самому крафтить какие-то определенные вещи. Так, например, я точно знаю, что здесь можно делать оружие. Но к этому мы тоже еще вернемся. Также на карте представлены еще и некие заводы. Вот, например, есть литейный завод, который принимает у населения руду или металлы какие-то. К этому мы потом вернемся. Я сейчас еще пока не знаю, какие металлы или какую руду надо собирать. Он переплавляет. И у него же можно уже покупать на этом заводе переплавленные изделия. Также есть мебельный завод, есть комбинат тканей. Тут присутствует магазин охотника, то есть здесь надо собирать не только ресурсы, а надо еще и ходить на охоту, собирать шкуры животных и тоже их куда-то сдавать, скорее всего на ткацкую фабрику. Все заводы и предприятия, которые стоят на карте, их может покупать в принципе любой игрок. Я на данный момент знаю, что есть логистическая организация, и вот она уже приобретена. Наверное, туда мы и обратимся. Все это, как вы понимаете, располагает к общению между игроками. То есть вот этот проект уже ближе к настоящему игровому РП направлению. Ну а начать наше ознакомление с этим проектом предлагаю с начальных миссий, которые здесь предлагаются в качестве ознакомительных. Миссии скучноватые, но я считаю, что пройти их надо, хотя бы для того, чтобы посмотреть, какая механика здесь присутствует. Давайте начнем с первой миссии, которую нам предлагают. Ну а предлагают нам проследовать в ближайший магазин и взять у продавщицы, у нее есть, кстати, имя, и видите диалоговое окно, работу, чем я сейчас и занимаюсь. Надо сказать, что пока на проекте очень-очень мало магазинов, всего их два. Это, конечно, затруднения какие-то составляет, ну ладно, я думаю, что в дальнейшем магазинов будет больше.
И как видите, нам предложено было выкинуть коробки на помойку. И если вы заметите, то здесь стоят какие-то нестандартные триггеры. Видите, они очень маленькие-маленькие, компактненькие, их практически незаметно, пока не подойдешь. В одном из своих видео я говорил, что неужели нельзя заменить вот эти огромные красные столбы, восходящие в небо, чем-то аккуратным. И вот здесь это заменили. Видите, триггеры, на которых надо взаимодействовать, очень маленькие и аккуратненькие. И подобное распространяется здесь на всем острове. Как видите, вот у магазина есть черный ход. Кстати, сюда нужно будет привозить продукты. Здесь налажена система снабжения. И вот сюда, вот к черному ходу, нужно будет подвозить продукты. И как видите, везде стоят такие маленькие, аккуратненькие триггерки. Но я тем временем все по-прежнему бегаю и выношу коробки. Всего надо вынести, по-моему, 3 коробки. Я уже сейчас не помню, насколько она там мне написала. Но тем не менее, мы закончили и идем обратно к ней, разговариваем. Эта тетенька нас отправляет к своему знакомому, который находится здесь неподалеку, для продолжения ознакомительных миссий. Ну, в общем-то, туда мы сейчас к нему и отправимся. Находится он здесь сразу же за магазином, недалеко. Да и вообще все вот эти ознакомительные миссии, а их всего 3, находятся вот в этом райончике. То есть далеко бегать не надо. Хоть они и скучные, но я почему-то посчитал, что их надо пройти. Ну вот мы подошли к этому джентльмену. Ну а сей джентльмен очень переживает за спокойствие этого района, в котором он проживает и является каким-то там представителем. И он предлагает нам очистить граффити, которые ночами хулиганы рисуют на опорах мостов и стенах. В общем-то, вот это вся миссия, которой мы сейчас и займемся. Опоры тоже находятся здесь недалеко. Вот надо спуститься вниз, и там находятся вот эти вот расписанные места. Искать-то их несложно, они обозначены на карте. Но вот как выполнена сама работа по стиранию этих граффити, вы сейчас видите. А я во всех своих видео говорю, что вот именно это-то мне и не нравится. Кто вообще придумал вот это вот шлепание по кнопкам, я не знаю. Ну и серьезно, вот я сейчас сижу, хорошо расположился в кресле, рука лежит на подлокотнике. А мне надо задействовать всю клавиатуру. Как видите, здесь абсолютно рандомные буквы, задействована практически вся клавиатура. Бывает, под левую руку выпадает буква, бывает под правую. Ну, если вы печатаете, то вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому это выводит меня из зоны комфорта. А я игрок, я не хочу работать, блин, я хочу играть. Поэтому мне вот такая схема работы не нравится. Ну и поймите, если вы будете фармить денежки вот таким способом, да, надолго вас не хватит. А в одном из своих обзоров я показывал, как человек сделал интересную работу. Он выводил всевозможные предметы на экран. То есть, если вы были на шахте, то он нарисовал на экране камешки, и вам надо было кликать по этим камешкам, имитируя удары. То есть, это не выводит тебя из состояния комфорта, ты просто сидишь и мышкой работаешь. А здесь же получается какой-то симулятор печатания. Раньше была такая учебная программка, ее запускаешь, сверху падают буковки, и тебе на клавиатуре надо вслепую быстренько их поймать. Ну вот это то же самое. Ну и не знаю, я человек ленивый и не люблю, когда игра заставляет работать меня. Я же не секретарша, зачем мне печатать? Ну ладно, мы стерли все со всех стен, где нашли. Возвращаемся к дяденьке. Видите, есть небольшой баг. У дядечки раздвоение личности. Ну, я говорил, что это еще предрелизное состояние, поэтому такие баги здесь могут попадаться. Ну, а дядечка с раздвоением личности послал нас на следующий этап этого ознакомительного приключения. Как видите, я взял мопед, хотя ехать здесь 10 метров. Но взял я его для того, чтобы понять, как с ним взаимодействовать. А это тоже на этом проекте не очень просто. И если кто-то зайдет на этот проект после просмотра этого видео, я вот настоятельно рекомендую читать инструкцию. Инструкция здесь очень подробная. Она очень пригодится, потому что проект абсолютно нестандартный. Так, например, чтобы завести автомобиль или мопед, вам нужно выбрать ключ в меню и ключ перетащить на руки. Руки нарисованы внизу менюшки. Да и вообще, все взаимодействия с предметами здесь сделано через вот эти вот некие руки. Все, что вы хотите взять, передать, надо сначала положить в руки и уже затем передавать или рассчитываться, например, с продавцом. Деньги тоже надо перекладывать в руки. В общем, здесь все сделано через руки и очень нестандартное меню. Очень нестандартное. К этой менюшке надо привыкать. Поначалу меня даже бесило, но потом я привык. Ну и вот мы пришли на следующий этап. Это глава этого района, и он нам тоже будет давать задание. Задание простецкие: собрать мусор в парке. Но для начала надо прочистить вентиляцию в его офисе. Ну, сначала делаем вентиляцию, а потом едем за мусором. Ну и к моему великому огорчению, схема работы с вентиляцией такая же, как и мойка стен в этой канализации. Тоже надо взаимодействовать со всеми буквами на клавиатуре. Вот что-нибудь все равно говнистое на проекте будет.
Ну, не люблю я эту схему, не люблю. Ну ладно, делаем вентиляцию и дуем за мусором. Вообще надо было прочистить там, по-моему, 4 дымохода этих или вентиляции. И уже потом ехать за мусором через опять этого главу. Ну, я это дело пропустил, это вам будет неинтересно. Я очень надеялся, что мусор надо будет собирать по-другому, но нет. Здесь та же самая схема дурацкой ловли букв на клавиатуре. Блин, очень хочется надеяться, что автор переделает эту однообразную работу и сделает что-нибудь поинтереснее, повеселее. То, что не будет напрягать игрока. Ну и ладно, мы возвращаемся обратно к главе, и глава нас отпускает. Далее у нас идет первоначальная работа. Ну, как бы работа для начинающих. Это строительство. И, в общем-то, как и все первоначальные миссии, и строительство тоже находится в этом же районе, никуда гнать не надо. Все находится очень близко. Как видите, присутствуют NPC-шки, все анимированы. И я вот, проезжая мимо него, подумал, что будет что-то нечто вот подобное. Тоже мне сейчас дадут отбойник, и я буду работать с отбойником. Но нет, к сожалению, нет. Вот хоть и лежит на поверхности, да, и автор мог бы сделать что-нибудь подобное, но, к сожалению, работа так же банальна и скучна, как и предыдущая. Ну, в общем-то, вы видите все сами. А ведь можно было бы как-то разнообразить, дать тот же самый отбойный молоток или пилу. Ну, в общем, сделать как-то более антуражно и атмосферно. Но нет, все равно надо ловить буквы. Ну, это скучно, серьезно, это скучно. Вот напишите в комментариях, вам действительно нравится вот такая вот работа, вот такая схема? Мне лично совсем не нравится. Но здесь есть один прикол. Меня он даже поставил немножко в тупик. Я подошел к бригадиру или прорабу, как это назвать, эту NPC-шку, я не знаю. И вот смотрите, он послал меня считать доски. Вот я сейчас прибежал, считаю доски, и смотрите, что здесь вылезло. Да-да, обычные математические примеры. Я сначала даже не понял, что это такое. И мало того, что это математические примеры, так они еще и со скобками, то есть надо учитывать скобки, и еще с отрицательными значениями. То есть вам еще надо и посчитать. Вот я не знаю, как к этому отнесется более молодой контингент этого проекта. Нравится ли им после учебы в школе еще и в игре считать примеры. Не знаю, такое достаточно спорное решение, но оно меня немножко ошеломило. Я не ожидал этого увидеть. Ну, есть в этом какой-то прикол, но в основном это опять та же самая скукота на самом деле. Но вот такой вот прикольчик существует здесь. Ну а далее дядечка-прораб еще предложил позаниматься всякой херотой. Но, ребят, действительно, вот подобная работа очень скучная. Долго на ней не просидишь. Не знаю, напишите, если кому-то это нравится. Мне лично нет. Ну все, я отсюда решил свалить. А хотел свалить и посмотреть, какие же здесь есть машинки. Почему-то мне сказали, что можно сразу же купить машину. Я выбрал первый попавшийся поближе магазин. На самом деле магазин, как видите, выглядит, ну, не очень антуражно. Да, здесь какие-то дешманские машины продаются, но выбранная локация какая-то, ну, совсем не подходящая для автомагазина. Но зато, как выглядит триггер, меня очень радует. Смотрите, этот триггер не нарушает целостности картинки. Да, нету какой-то зеленой или красной трубы, восходящей в небо. Ну, а вот машинки. А вот по магазину и по автомобилям у меня есть, ну, не претензии, а вопросы. На проекте, где есть частный бизнес, а здесь есть частный бизнес, где все построено, в общем-то, на взаимодействии между игроками, продажам, торговлей и тому подобное, сбором ресурсов, емкость багажника должна быть четко прописана. Непонятно, какой автомобиль покупать, какая у него емкость багажника. Если получается так, что я могу купить маленький дешевый автомобиль, и он будет вести столько же, сколько огромный грузовик, это, ну, теряет смысл тогда. Но емкости багажника нету. Может быть, и скорее всего, этого нету пока. Так как еще пока предрелизное состояние. Но емкость багажника должна быть, потому что это решающее значение в покупке автомобиля на этом проекте. Но пока никакой информации по этому нет. Я поспрашивал ребят, у всех багажники одинаковые. Какую бы машину ты ни купил, багажник будет у тебя одинаковый. Это, мне кажется, неправильно, и я думаю и надеюсь, что разработчик это в скором времени поправит и сделает все-таки какую-то градацию по багажникам. Потому что не очень честно, когда маленькая легковая машина везет точно столько же, сколько огромный грузовик. Ну, а что касаемо модельного ряда, то вы все видите. В общем-то, представлены все стандартные автомобили, ничего пока уникального я не увидел. Да, есть какие-то дополнения, модификации. Так, например, здесь есть грузовик, на котором можно, по-моему, сбоку стоять. Потому что сделана ручка крепления и подножка. Для чего она, пока неизвестно. Вот на таком грузовике есть подножки. Ну, модификации такие присутствуют.
Ну, с ценами и ассортиментом этого магазина мы ознакомились. Дальше я на карте увидел метку «Автосвалка». И я, естественно, поехал туда. Локация выбрана грамотно. Действительно, это автосвалка. И на предыдущем проекте здесь как раз и находились мусорщики и эвакуаторщики. Сюда надо было привозить битые машины. Здесь написано «свалка». И я грешным делом подумал, что здесь какая-то тоже начальная работа на свалке, может, грузчик или кто. А это оказался магазин. Магазин бэушной техники. Вот здесь-то я и куплю себе, наверное, какую-нибудь машинку. Ну, а ассортимент автомобилей здесь весь такой вперемешку. Как видите, даже есть мотоциклы. Правда, их немного, по-моему, всего один. Ну, всякие развалюхи, ну, как будто хлам, действительно. То есть, антуражно выбрано, и антуражные машинки сюда тематически подогнаны. Здесь действительно хлам. Но этот хлам мне по карману. Поэтому я думаю остановиться вот на этом автобусе. Так как багажника мы не знаем, большой или нет, я возьму на всякий случай большую машину. Вдруг играет роль величина машины и багажника. Ну, об этом мы узнаем чуть позже. Наверное, надо будет у кого-нибудь поспрашивать поконкретнее. И вот тут опять взаимодействие с этим нестандартным меню. Видите, у меня в руках деньги. Я только что расплачивался. Деньги из рук надо убрать. А в руки положить ключ. Только после этого вы сможете завести автомобиль. Вот такое вот здесь интересное меню. Но к нему надо действительно привыкать. По первости, очень сложно в этом во всем разбираться. Ну и вот такую вот хламиду я купил. Так она выглядит внутри. Жаль, что нет возможности в нем жить. Хотя это автохаус, так называемый. Дом на колесах. Кстати, идея автору. Для разработки. И можно для начинающих, для бомжей вот придумать такую штуку, чтобы жить в таких машинах. Их на базе GTA, по-моему, штуки 3 или 4 даже есть разновидностей автохаусов. Ну, по крайней мере, в стандартной игре я видел их. Хотя я могу и ошибаться. Ну, а продолжим мы наше ознакомление с этим проектом, наверное, уже в следующей серии. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго.